Школьные обеды с Нового года подорожали в Алтайском крае. Теперь в Барнауле стоимость стандартной порции с вторым хлебом и напитком будет стоить 60 рублей. Это на 10% больше, чем в предыдущем году. Рост цен связан с расходами комбината школьного питания на транспорт и продукты. А вот в Бийске цена обедов пока повышаться не будет. С 1 января стоимость должна была возрасти на 10 рублей или сразу на 26%. Но этот шаг вызвал шквал родительского возмущения, и принятие решения пока отложили. Когда повысят цены в школьных столовых Бийска, решат на совещании в городском управлении образования через неделю.